Я, конечно, тоже приветствую вас, всех приехавших на этот прекрасный съезд, и мне хочется, чтобы он был настоящим переломным моментом в лучшую сторону в нашем движении. Движение, звенящее кедр России. Я надеюсь, так и будет, и сказать, что нужно для этого сделать. Для этого нужно быть просто предельно честными перед самим собой. Каждым. И честными всем вместе. Кворум есть здесь. Есть. Подтверждается, что кворум есть? Это честно? Неправда. Ну, потому что можно, не было во многих регионах. Раз. Каких? Да, конкретно, да. Не было. Каких-то регионов здесь не было? Нет. Но вы можете встать и сами сказать, у кого не было кворума. Пускай стал. У кого есть. Есть такие? Я не делегат не стал. Когда делегатов не поставили. Мы честны перед собой, перед своим Владимиром Николаевичем.